Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю видео, которое я назову «Как сделать вот такой вот карандаш или карандаши для Monster High». В этом выпуске я научу вас, как делать карандаши и альбом. Все знают, скоро школа, и наверное, у всех есть урок рисования. Вот для этого мы подготовим наших куколок к этому уроку. Для начала нам надо взять зубочистку. И вот ее кончик, ближе уже к концу, вот такой кусочек обрезать. Вот, видите? Надо обрезать. Зубочистку взять. Потом нам понадобятся еще фломастеры. Два цвета. Ножницы, чтобы отрезать уголочки. В принципе, больше ничего не понадобится. Теперь нам надо взять, я возьму красный фломастер. Нам надо будет очень аккуратно взять и раскрасить это. Сейчас вам покажу как. Кончик надо аккуратным движением раскрасить. Потом, если вы уже раскрасили кончик, надо, чтобы все знали, какой это цвет карандаша, надо его с тельца, можно сказать, раскрасить. Поэтому красим. Все то же самое. Так. Надо нажимать получше на фломастер, чтобы был цвет поярче. И обязательно положить на салфетку, если вы будете делать много карандашей, потому что они могут слиться в один цвет и будет некрасиво очень. Так. Вот и получился красивый карандаш красного цвета. Сейчас мы сделаем карандаш синего цвета. Для этого я вам покажу, вот как надо отрезать. Надо вот какое-то вот расстояние найти. Вот так вот надрезать. Найти расстояние, вон, видите. Аккуратно надрезать. Ой, у меня отлетело. Так, теперь вам надо взять синий или какой, я не знаю, у вас цвет и просто раскрасить. Вот так вот, чтобы получился вот такой вот носик карандаша. Теперь, как я говорила, красим туловище. Лучше положить карандаш. На весу очень неудобно это делать. Еще я забыла сказать, что вот тут вот на другом конце тоже желательно покрасить. Так. Вот. Готов. Красный, синий или голубой. Так, давайте рассмотрим карандашки, которые мы сегодня сделали. У меня вот, видите, немножко скрасилось. Но это ничего. Теперь можно эти карандашки положить вот сюда. Все. А теперь я вам расскажу, как сделать альбомчик. Так, ребятки. Вот, смотрите, это нужные нам вещи, из которых, с помощью которых мы сделаем наш альбом для рисования. Нам понадобятся ножницы, ручка, степлер и вот такой вот, как
Я вот так покажу, чтобы было видно. Такой вот кусочек бумаги. Простой. Я сейчас вам расскажу. Так, чтобы сделать альбом, вам надо отметить. Ну, как отметить? Вот, смотрите. Сейчас. Отмечать где-то вот, ну, несколько не сантиметров. Ну, вот, видите, черточка? Здесь у нас будет делаться сейчас обложка. И обложка будет где-то заканчиваться вот здесь. Это первая половина ее тут заканчивается. То есть, ну, давайте я вам объясню. Вот смотрите. Вот лицо. Здесь серединочка. Это будет позади альбома. Сейчас я вам объясню, как это все будет выглядеть. Осталось вот это все, можно аккуратно вот так вот линии сделать. Вот тут вот загнуть еще надо. Ну, это по желанию. Только немножечко можно нажимать и проводить, чтобы не испортить. Сейчас вам покажу, это надо вырезать. Как, я сейчас покажу. Так, вот я вам пока показывала вот точки, которые надо было. Ну вот, у меня точки, можно сказать, остались. Если они у вас остались, это не беда, их можно вырезать, но я не буду. Потом берем, смотрим вот эту вот точку. Смотрите, сейчас найдем эту точку. Сейчас, секунду. Надо вот по вот этой точке вот так вот сложить наш альбом. Если у вас получилось неровно, ну, это ничего страшного. Вот, смотрите. Если у вас получилось неровно, просто можете потом обрезать. Так. Потом, у нашего альбома должны быть как листья. Поэтому мы берем оставшуюся бумагу и вырезаем где-то вот такие вот кусочки. Сейчас вам покажу, как это делается. Так, тоже надо отмечать. Так, сейчас. Наверное, прочерчу, скорее всего. Так, вот видите, тонкая полоска. Так, так. Ну и до конца. Вот отсюда тоже просто плохо пишет ручка. Ну, я вам покажу сейчас, как все это распределить. Сначала это надо вырезать. Так, мы вырезали. Теперь надо где-то, ну, как вы можете найти тут серединку. Ну, это надо на глаз смотреть. Где-то у меня здесь серединка. И здесь надо разрезать ножницами. Так, вот я разрезала. А теперь, в принципе, ничего не сложного. Просто надо сложить эти листочки пополам. Ну, то же самое, что мы сделали с обложкой альбома. Аккуратненько вот так вот складываем. Сейчас. Так. Сейчас. Вот, вот так вот. Теперь мы вот эти листочки вкладываем. Ну вот, вкладываем. И степлером надо сначала выровнять. Вот видите, ну, вы потом можете все равно обрезать с ножницами. Короче, вот надо скрепить степлером. Так, вот смотрите, я скрепила степлером. Теперь вот вы видите вот такие, как вот, ну, неприятные штучки. Вот видите, выпирают. Это наши листочки. Просто берем и обрезаем их. Так, вот, я уже обрезала, смотрите, какой ровненький. Ну, может, тут не очень ровненький, но это ничего. Сзади все равно никто не будет смотреть. Теперь я вам расскажу, что вам надо сделать. Здесь надо написать альбом, посерединке вот ниже для, просто отдельно, а потом уже рисование. Сейчас я вам покажу, как это делается. Та-дам! И вот получился такой альбом для рисования. А вот здесь вот, как вы видите, можно вот так вот листать. И если вы хотите, можете какую-нибудь картину нарисовать. Это же альбом для рисования. И теперь Лорночка готова идти на урок рисования, так как у нее есть все принадлежности. Так. Он падает, этот альбом, так что его лучше прижать.
И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И говорите, какие мне снять видео, где я делаю какие-нибудь вещи, вы мне впишите в комментариях, какую вы хотите, чтобы я вещь делала. Или показал, как продукт делается. Ну, не знаю, платьице какое-нибудь, носочки. Я вам покажу, что для этого нужно. Всем пока! С наступающим учебным годом! Всем пока! Пока-пока!